Анара Салаева представляет аудио учебники Познание мира. Второй класс. Восьмой параграф. Как защитить себя от инфекционных болезней? Инфекционные болезни. Любой человек, не берегущий свое здоровье, может заболеть. Часть болезней бывает заразной. Их также называют инфекционными болезнями. Инфекционные болезни могут передаваться от больного человека к здоровому, и таким образом они стремительно распространяются. Эти болезни вызывают болезнетворные бактерии и вирусы. Это невидимые простым глазом мельчайшие организмы. Ангина. Ангина – инфекционная болезнь. Если человек выпьет холодную воду или съест мороженое во вспотевшем состоянии, он может заболеть ангиной. У больных ангиной поднимается температура. Бывают сильные боли и гной в горле. Болезнь может передаваться через немытую посуду, которой пользовался зараженный ангиной человек. Грипп. У болеющих гриппом также бывает высокая температура. Они кашляют. Чихают, дыхание становится затрудненным. Больные чувствуют недомогание. Боль в горле, головную боль. Дети с такими симптомами не должны ходить в школу. Они должны находиться дома под наблюдением родителей и врача. Соблюдать постельный режим. Грипп надо лечить вовремя. Осложнение гриппа может привести к более серьезным болезням. Как можно предохраниться от инфекционных болезней? Правильное питание. Соблюдение чистоты и гигиены. Занятия спортом и своевременная прививка предохранят детей от болезней. Прививка – это введение в организм специального вещества для того, чтобы предупредить или ослабить ту или иную болезнь. Анара Салаева представляет аудио учебники.